спасибо, Ви. Привет, Ви. Говорят, какой-то солдат открыл огонь по прохожим на пирсе. Если получится, постарайся его не убивать. Просто выруби. Я пришлю за ним своих людей. Сейчас получишь подробности. Ну и удачи тебе. Что за говно?
Киберпсихопат! Мне опять нужна твоя помощь. Дело деликатное. Допустим. Что от меня требуется? Не по телефону. Приедешь к нам, я тебе все объясню. Без проблем. Помогу, чем смогу. Отлично. Мы тебя ждем. Помнишь, куда ехать? Конечно. До встречи. Слушай, кто-то начал стрелять в кафе на набережной.
Посмотри, что там происходит, окей? И если туда зашел киберпсихопат, то он мне нужен живым. Она психопатка! Палец на спуске, Ви. Это когда-нибудь кончится? Психопатка! Палец на спуске, Ви. Обнаружен новый магазин. Сообщение пользователя. Спасибо, Чумба.
Вам нравится режим автономной стрельбы? Подпрыгните для подтверждения. Сити тоже существует равновесие. Без него мы бы тут давно все перегрызлись. Аппараты, банды, наемники, все. Фиксеры как раз нужны, чтобы его обеспечить. Когда одна сторона становится слишком сильной, мы незаметно помогаем другой. Получается, благодаря равновесию у нас всегда есть работа. Это к тому, что пора слегка вмешаться. Посмотри мое письмо. Помогите, Стори!
обнаружим новый логотип. Сообщение пользуется. Бля! Нас тут все... Сообщение пользователям. Спасибо, Чумба. Я все получила, спасибо. Продолжай в том же духе, и улицы запомнят твои. Thank you.
Чё, Швай, форму не видишь? Щедро платить, что скажешь? Посмотри письмо. Очень на тебя надеюсь.
есть заказ на какую-то директоршу из биотехники. Заперлась в корпоративном отеле с кучей охраны, поэтому тут мне нужен профессионал. Я знаю, что ты у нас любишь трудности. Всю инфу отправил. Заказ на какую-то директоршу из биотехники. Заперлась в корпоративном отеле с кучей охраны, поэтому тут мне нужен профессионал. Я знаю, что ты у нас любишь трудности. Всю инфу отправил.
Нужно держаться вместе!
Вам нравится режим автономной стрельбы? Подпрыгните для подтверждения. Приветствую, пользователь. Я приготовил для вас статистику. Скажите что-нибудь для продолжения. Давай свою статистику. Пользователь, я помог вам в убийстве более 50 человек. Режим «Хладнокровный убийца» отключен. С этого момента доступен только режим «Пацифизм и щеночки». Спасибо. Но почему? Откуда блокировка? Открывает часто задаваемые вопросы. Почему я не могу убить более 50 человек? Ответ. Чумба, ты совсем ёбнутый. Сходи к мозгоправу, попей колесики. Примечание для себя. Грубовато. Надо как-то перефразировать. Блять. А отменить можно? Проверяю. Пам-пам-пирям. Ответ найден. Нет. Доступ запрещен. Всегда рад вам помочь. Обращайтесь. Я слышал, Кох больше нет? Отлично. Всегда приятно работать с настоящим профи. Работа выполнена. Деньги летят к тебе.
Ви, тут строители забастовали. Пришли утром на работу, как обычно, а все инструменты залиты кровью. Стройка находится на парковке, которую очень любят разные банды. Может, это их какие-то разборки, но я бы поставила на приступ киберпсихоза. Если найдешь психа, постарайся его обезвредить. Дальше я все устрою. Обнаружен новый магазин. Сообщение пользователя. Спасибо, Чумба. Где этот маленький сучок?